Необычную находку сделали крестьяне в Никарагуа. Им обнаружено загадочное животное-вампир, какие раньше встречались лишь в мифах и фильмах ужасов. Последние несколько лет из разных районов Латинской Америки поступали сообщения о таинственном похитителе скота. Ему дали прозвище «Козлиный кровосос». Хищника долго не могли его выследить, и вот удача выпала на долю крестьянина из Никарагуа. В капкан попалось нечто размером собаку и головой быка, причем в пасти животного отчетливо видны длинные резцы. У вампира тонкая кожа, как у летучих мышей. Местные зоологи говорят, что ничего подобного им ранее видеть не приходилось. Существует предположение, что животное – это продукт мутации или даже генетических экспериментов. Останки существа переданы в Национальный университет. Ученые должны дать заключение, что это такое. Еще одна загадка природы или сказка про вампиров, ставшая пылью.